Готов. Сату и низму тутурфа. Статуи больше нет? Он полагает, что статуя все еще в брюхе. Он готов позволить вам зайти в его пасть и поискать. Серьезно? Ну, поверь мне, он от этого тоже не в восторге. Так мы правда это сделаем? Позволим змею проглотить нас? Можешь остаться. Такое я не пропущу. Я бывал я в странных местах, но это что-то новое. Я никогда не бывал в брюхе великана. А ты, отец? Меня много раз пытались собрать. Наверное, кто-то должен нам ответить. Ну, вперед! Снилось, что меня съели. Снов не стоит бояться. Я не боюсь, просто вспомнил, какие были ощущения в детстве. Ищем статую. Я думал, вонять будет хуже. А тут по запаху похоже на вересковый эль. Даже приятно. Ты чудной. Я вижу что-то внизу. Здесь вода сжется. Это ведь вода? Или что? Ага, в основном. Причалим здесь? Вон там, молот.
Один мог спрятать твой глаз? Откуда мне знать? Я же этим глазом не вижу. Ага, это глаз. Вставьте его мне в голову, для надежности. Будьте добры, побережнее. Спасибо, брат. Вот уж правда, что имеем, не храним. Ощущения? Ну, не могу сказать, что чувствую себя целым, но стало лучше. Биврёст цел? Выдержит. У нас есть все, что нужно. Наконец-то идем в Йотунхейм. Теперь нас никто не остановит. Ты не слыхал выражение «испытывать судьбу»? Судьба – просто выдумка, выдумка богов. Выдумка богов? Ну да, конечно. Ты истинный сын своего отца. Подадим знак. Держись крепко. Что это? Ну, это было страшновато. Может, мы раздражаем желудок Йормунганда? Нет, что-то не так. Что происходит? Все плохо! Все позади. На него напали? Что это? Нужно спешить. Согласен, как никогда. Держись и постарайся не упасть. Лодка кренится, я... Держу. Сын! Я цел. Вроде даже привыкать начинаю. А с ним что? Это мы его? Нет. Что-то еще. Мертвый великан. Почему змей выбрал это место? Смотри! Ведь за нас? Да? Пока будь осторожен, надо убедиться. Мировой змей. Что произошло? Мы сами не знаем. Ты далеко от дома. Я ищу своего сына. Вы двое.
помогли мне многое понять. Так ты не знаешь, где он? Нет. Но леса и поля произносят его имя. Я знаю, что он здесь, в Мидгарде. Когда ты его видела? Давно. Еще до твоего рождения. А ты от меня как будто пятишься. В чем дело? Что-то случилось? Вон! Я прямо как чуял, если ударить по большой змее, вы двое тотчас же выползете наружу. Да вы хоть понимаете, хоть мысли у вас есть, как вы дорого мне обошлись. Сынок. Мама. Я здесь. Не убегай. О нет, мама, я никуда не уйду. Я знаю, ты все еще злишься. Я знаю, твои чувства не изменились, но я хочу, чтобы ты... Мои чувства? Мои чувства! Да я провел последние 100 зим, представляя себе вот эту минуту. Я 1000 раз повторил все, что хочу сказать тебе, каждое слово, чтобы ты, наконец, поняла, насколько жестоко ты меня обокрала. Но теперь я вдруг понял... Нет мне никакой нужды объяснять тебе ничего. Ты мне вообще больше не нужна. Нет, отойди, Кратос, мне не нужно. Ты идешь по пути мести. Он не принесет мира. Поверь. Ты... С тобой я потом разберусь. Но сначала семья. Ну, начинается. Уходи! Я сказала, хватит! Нет! Я достала до него! Прекрати Советую тебе отвернуться, парень. Сейчас будет страшно. Я тебе не позволю. Нет, мальчик. Стой! Нет! Нет, Атрей! Ты ранен. Дыши, дыши. Не моя кровь. Происходит. Я чувствую боль. Я снова все чувствую. Нет! Он стал уязвим? Слышишь ветер? Мы движемся. Это стрела. Вальдор ударил в Амелу? Амела была в ремне колчана. Похоже, она его ранит. Колдовские стрелы. Не просто ранит, Амела сняла чары. Его можно убить. Можно. Теперь я припоминаю. Так вовремя-то.
управляет этим? Не лезьте! Я с ним поговорю! Нет, женщина, не выйдет! Он хочет твоей смерти! Вы не остановите меня! Никто не остановит! Где он? Пусть он даже меня убьет! Я защищу его! Я не позволю ему умереть! Трогательно! Скоро все закончится! Вон! Прекратите! Немедленно! Невероятно! Я чувствую! Чувствую! Хочу поблагодарить вас обоих. Вы сделали то, что не удалось даже всю отцу. Я никогда не чувствовал себя таким живым. Какая ирония, а? Что? Когда же вы сдохнете?
ты молодец! Он побежден. Не опасен. Ты не будешь нас преследовать. Ты не тронешь ее. Мне не нужна твоя защита. Ничего не можешь с собой поделать, мама. Что бы я ни сказал или сделал, все равно ты все равно продолжишь вмешиваться в мою жизнь. Я лишь пыталась тебя защитить. Я... Я ошибалась. Признаю. Но ты свободен. Ты получил, что хотел. Найди в себе прощение, и мы начнем все заново. Нет. Нет. Ну почему? Не начнем. Потому что я тебя никогда не прощу. Ты должна заплатить за жизнь, которую ты украла у меня. Я уже заплатила. Я заплатила. Но если лишь это тебя исцелит, если моя смерть для тебя все исправит, я не помешаю тебе. Я знаю. Но... Что? Нет, отец! Я люблю тебя. Я люблю. Зачем? Какое твое дело? Ты же мог просто уйти. Цикл закончится здесь. Мы не должны опускаться до такого. Страдания. Обещаю. Я покажу твой хладный труп обитателям всех 9 миров. Я скормлю твою душу самым грязным тварям Хеля, я клянусь! Тебе в этом слышишь? Он спас тебе жизнь! Он отнял у меня все! Все отнял! Все отнял! Ты как животное. Тебя переполняет жестокость и ярость. Ты не изменишься. Ты меня не знаешь. Я знаю достаточно. А он?
Сын, слушай меня. Моя родина зовется Спарта. Очень давно я продал душу одному из богов. Я убил многих злодеев. И многих невинных. Я убил своего отца. Так в Хеле был твой отец? Боги всегда так делают? И так должно быть? Сын убивает мать и отца? Нет. Мы будем такими богами, какими захотим. Мы сами сделаем выбор. Ты не должен повторять мой путь. Мы станем лучше. Ну, теперь мы преступники. В ее глазах, да. Но она бы не защитила себя. Нужно дойти до конца, пока у меня есть силы. Не понимаю. Я знаю, что ее нужно было спасти, но в конце она оказалась очень злой. Не злой. Ты убил ее сына. Ее сына! Родителю нелегко пережить смерть ребенка. Он хотел убить ее! Она бы умерла. А чтобы спасти его, только родитель может это понять. Ты бы дал мне убить тебя? Ради твоего спасения, да. Слушай, всем пришлось сделать сложный выбор. Но все мы понимаем, что ты поступил правильно. Мир лучше и добрее, если в нем есть Фрея. Просто дайте ей время. Она придет в себя. Тогда в храм Тюра. Последний раз. Да. Нас ждет Йотунхейм. Что значит дорого обошлись? Может, Один пообещал, что... В Йотунхейм можно попасть только из путевого зала. Неизвестно, что будет ждать нас по возвращении. Разумно сперва завершить все дела. Я поддерживаю.
Я не понимаю, почему ты решил служить Одину? Тогда я был молод, имел амбиции. Асы обладали невиданной силой, но им явно не хватало стратегии, собранности и мудрого совета. И все это я мог им обеспечить. И так бродяга из далекой глуши оказался советником Одина, которому тот доверял чуть ли не как себе. И такая власть, парень, надо признать, дает свои преимущества. Да, но он же Один. Я не был совершенством, парень, но я был умен. Даже слишком умен. Почему Один так на тебя разозлился? Долгое время я просто помогал Одину. И это у меня получалось блестяще. С годами я стал больше думать о мире. И моей задачей стало сдерживать Одина. Защищать от него самого. Я служил миру, но и Одину тоже, это правда. Но он счел это предательством. В другой раз продолжим. Приготовься! В общем, я старался служить Одину так, чтобы служить миру, и он счел это предательством. Он мне больше не доверял, но и терять мой ум не хотел. Поэтому он заключил меня в дерево, стал приходить и пытать меня. Хорошо, что пришли мы и отрубили тебе голову. Да, парень, уж я-то как рад. Выбери Йотунхейм и отправимся. Вероятно. Сын, голову. Готовься. А, да. Взял. Будем надеяться, что ты не взорвешься. Стой, об этом я не думал. Может, это стоит сперва обсудить? Не, все будет хорошо. Готов. Ой, неприятно. Давай, сын. Цель близка. Ну, чего мы ждем? Это далеко? Увидим. Стоп, стоп, слушайте на два слова. Зачем портить такой важный момент присутствием гниющей головы? Может, я здесь подожду? Это ведь семейное дело. Да. Но если кто-то найдет... Клянусь мягонькими сиськами, божественный Сив. У вас получилось. Простите. Хотели увидеть. О, нет. Нет, 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 нет. А? Ну ладно, ладно. Присмотрите тут за головой. Я могу. Нет, не могу. Ну, ладно. Готов. Идем.
планы. Вы поскорее. Смотри, мы на пальцах великана. Впереди высочайшая вершина. Вон там. Мы дошли. Дошли. Что ты делаешь? Мне больше нечего скрывать. Может, пойдем? Цель так близка. Сын. Сын. Ничего. Я думал, что уже услышу голоса. Эй, есть кто живой? Что это такое? Наверное, по пути из Мидгарда они все проходили здесь. Чьи это лица? Может, это все великаны, что ушли из Мидгарда живыми? Как-то их мало. Один и Тор — разрушители всего. Где они теперь? Они спаслись. Значит, могли тут выжить. Но я не уверен. Кто этот страж? Я должен их чувствовать, но никого нет, все мертвое. Зачем мама отправила нас сюда? Каждый ответ рождает еще больше вопросов. Твой топор. Это мама. Смотри. Она спорит с великанами. Она знала великанов? Это мы. Когда встретили мирового змея. Но как... И наш бой с Бальдром. Это было только что.
Стой. Они знали все, что произойдет. Дракон на горе и каменщик. Эти рисунки. Это все про нас. Нет. Это все про тебя. Но что это значит? Значит, что у твоей матери тоже была тайна. Ты не знал. Она великан. И я великан. Почему она скрыла? Она отправила нас сюда, чтобы мы это узнали. Но почему не сказала сама? Наверняка на то были причины. Бальдра не отправляли искать меня. Он с самого начала искал ее, не зная, что она стала пеплом. Раз у нее был замысел, я ей верю. Каков бы он ни был. К тому же, она еще не ошибалась. Скорей! Мы почти дошли до конца. Да. Да, это так. Смотри, это мамина. Она была здесь. Она предвидела каждый наш шаг. Она словно всегда была с нами. Наблюдала за нами. Вела нас домой. Закончим. Отец. Нет. Сделаем это вместе. Сын. Тебя, мам. Великанов и правда больше нет. Нам пора идти. Идем. Раз мама была из великанов, я полувеликан, полубог? И еще смертный. Да. Но я одного не могу понять. Имя на стене.
Великаны называли меня Локи. Локи. Мать сначала хотела назвать тебя так. Может, успела сказать родичам. Но почему? Этот вопрос мы отложим. Сейчас идем домой. Ясно, почему она хотела быть здесь, вместе с родными. Но она знала, что здесь будет вот так. Хотела, чтобы мы это увидели. Хотела, чтобы мы рассказали об этом или скрыли. Я не знаю. Что нам делать? Тебе принимать решение. О! А почему ты назвал меня Атреем? Это ведь не в честь бога. Ха, нет. Это был воин. Спартанец. Великий воин? Все спартанцы – великие воины. Мы тренируемся с рождения. Дисциплина, долг, битвы и смерть. Жизнь всегда сурова, и мы сурово смотрим на нее. Хм. Но спартанец Атрей не был похож на других. Он улыбался даже в худшие дни. Он вселял в нас надежду. Глядя на него, мы понимали, что хоть мы всю жизнь посвящаем войне, мы все же люди. Что в нас есть человечность. Когда настала его очередь погибнуть в бою, своей смертью он спас много людей и перевернул ход сражения. Я принес его домой на щите и похоронил с почестями, по всем спартанским обычаям. Память о нем утешала меня в самые темные времена. Ого, ты все-таки умеешь рассказывать, а Мимир не слышал. Я пойму, если ты решишь теперь возвращаться домой. Но, может, мама отправила нас сюда, чтобы мы спасали других? Что бы сделал спартанец Атрей? А что бы сделал Локи? Странное имя. Мне больше нравится то, что дал мне ты. Я уже по горло сыт общением с гномами. В чем дело, Мимир? Сперва они меня измерили вдоль и поперек, а потом спорили о погоде. Куда тебя отнести? Пожалуй, в приветливое подальше отсюда.
я должен предупредить. Там больше времени, чем кажется. И снегопад, который начался, когда ты убил Бальдра, это дурное знамение. Знамение, что приближается зима? Не просто. А пик, который продлится 3 лета, а после нее начнется Рагнарёк. Рагнарёк? Из-за снега? Да, будет много-много снега, а затем наступит конец этому дурному миру. Примерно так. Еще одно пророчество. Нет, брат. Пророчество говорит, что до этого не менее 100 зим. Ты что-то изменил. Пророчество не подумало о тебе. Говорю тебе, это Фимблвинтер. Я это жопой чувствую. Зима близко. Прекрати. Ты меня пугаешь. Снег все равно пошел бы рано или поздно. Это не просто снег, как тебе известно. Это конец света. Не смей заставлять меня трезвонить. Парни, просто говорим о погоде. Недавно похолодало. Он хочет сказать, что грядет Фимблвинтер. Самая распоследняя зима.